Бультерьер и питбуль являются бойцовскими породами собак. Они впервые появились в Великобритании в начале 19 века. Их вывели специально для запрещенных боев. На сегодняшний день люди считают этих собак очень агрессивными и злыми и не спешат заводить такое животное в дом. Однако собаководы утверждают другое. В этом видео вы узнаете, кто сильнее, бультерьер или питбуль. Особенности питбуля. В среднем рост питбуля составляет от 48 до 50 сантиметров. Весят они от 22 до 35 килограмм, живут около 12 лет, но могут и дольше при хорошем уходе. Воспитанию питбули поддаются с трудом, но если правильно обучать пса, то он станет хорошим другом. У них сильно развито чувство одиночества, и питбули стремятся проводить много времени рядом с хозяином. Для этих животных не имеет значения место обитания, они хорошо себя чувствуют как в квартире, так и в доме. Питбули очень активны и жизнерадостны, но могут быстро уставать. У них развито чувство охоты, хороший нюх. При нападении другого животного эти собаки не отступают. Не любят, когда на их территории находится другой кобель. Особенности бультерьера. Весят такие собаки около 26 килограмм. Рост колеблется от 32 до 50 сантиметров. На их теле сильно выражена мускулатура, но если пес переедает или мало двигается, то может быстро набрать лишний вес. Воспитывать такого пса нужно в строгости с самого раннего возраста. При хорошем обучении у них становится спокойный нрав. Однако выводить гулять стоит их все же в наморднике, потому как характер этих собак буйный. Они могут в любой ситуации защитить хозяина. Бультерьер очень выносливое животное, может бежать несколько часов подряд. Заводчики говорят, что у них низкий болевой порог и раны собаки могут не замечать. Они также не любят быть в одиночестве долгое время. Если собаку оставить на долгое время одну, она может не узнать собственного хозяина. Так кто же одержит победу? Рассмотрев две породы, можно сказать, что они не сильно отличаются внешне. Оба вида любят внимание и заботу. Бультерьер будет немного крупнее, чем питбуль. Также он чуть больше активен и агрессивен. Питбули хуже поддаются дрессировке, но ласковее относятся к людям, чем бультерьеры. Таким образом, вторая порода в схватке скорее всего одержит победу и будет яростнее нападать, не чувствуя боли. Делаем вывод, что в поединке вероятнее всего победит бультерьер.